«Чайка» – самая театральная, самая загадочная и в то же время самая исследованная русскими режиссерами пьеса, готова вновь покорить ульяновского зрителя. Свое прочтение пьесы зрителям предложит режиссер Искандер Сакаев. С его работой ульяновцы уже знакомы. Первый спектакль Сакаева «Ромео и Джульетта» имел феноменальный успех в городе. Борьба любви и смерти разворачивалась на пространстве открытой сцены с минимальным сценическим оформлением. Столь же лаконична внешне и новая постановка Сакаева – комедия Чехова «Чайка». Главным зрелищем на сцене по-прежнему остается актер и его эмоции. Во-первых, вот в Ульяновске очень какая-то очень правильная публика. Она такая какая-то, что ли, ну, допускающая возможности нового взгляда, с одной стороны. С другой стороны, здесь уникальная труппа. То есть возможности этой труппы и этого театра, они сейчас, в принципе, нету никаких ограничений в плане репертуара. В спектакле Искандера Сакаева роль Нины Заречной исполнят две актрисы. Обладательница ангельского голоса Надежда Иванова и блестяще сыгравшая бессловесную роль смерти в «Ромео и Джульетте» Юлия Ильина. В спектакле также заняты Оксана Романова, Николай Авдеев, Юрий Ефремов и Александр Лебедев, заслуженные артисты России Виктор Чукин и Михаил Петров. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».